А что это вы такое делаете? А разве не понятно? Работаем. А конкретно? А если конкретно, то спутник запускаем. У нас не классное задание. Модель. Какая еще модель? Обыкновенный спутник. Да что у вас в школе спутника, что ли, не проходит? А я из Конотопа. Ну и что? Разве в Конотопе небо твердое? Жидкое. А красивый у вас спутник. Мы в Австралии с одной школой дружим. Хотим наладить с ними постоянный контакт. А вы на летной пыли тоже пойдете? Пойдем. Но не все. Да, конечно. Погоди, а ты почему все расспрашиваешь нас? Конотопе. Ну, просто. Ну, ребятам в школе расскажу. Будем спутники в Новую Зеландию запускать. Ну, а что? Ничего. Один такой любопытный из детского сада тоже захотел на Марс полететь. Грузовик забрался. Последнюю минуту нашли, а то бы наверняка погиб. Да он просто дурак. Если бы мне в голову пришла такая дикая мысль, я бы никогда на грузовике не полетела. А на чем? На почтовом. Их отапливают. Ну, а как отличить почтовый от грузовика? Очень просто. По эмблеме. Пока, Конотопец.